вам покажу несколько базовых упражнений для того, чтобы сесть на шпагат. Итак, свою разминку мы начинаем с подготовительных элементов. Это вращение головой по часовой стрелке, против часовой стрелки. Тянем голову к плечу, можно чуть-чуть вперед и в обратную сторону. Делаем то же самое. Далее, что мы с вами делаем? Это у нас идет подготовка плеч. Делаем круговое обращение. Включаем назад. Также делаем круговое обращение вперед. Все это делается для того, чтобы разогреть свой организм. Можете к этому элементу добавить круговое обращение руками. Вперед и точно так же назад. Локти. Далее, что мы с вами делаем? Мы с вами делаем медленный наклон в сторону. Таз у нас остается на месте. Растягиваем боковую мышцу. Делаем другую сторону. Теперь уходим с прямой рукой чуть ниже колена. И то же самое мы делаем в другую сторону. Рука прямая ниже колена. Верхняя рука через сторону. Дальше, с прямой спиной